Буквально только что закончилась творческая встреча с Александром Зелковым, автором крупнейшего российского YouTube-канала о музыке «Нескучный саунд». Скажи, пожалуйста, Александр, как твое впечатление вообще от публики, от самой выставки? Ну, я не сильно избалован общением с людьми во плоти, поэтому, ну, конечно, круто, когда они не там не лайки ставят, а вот они улыбаются по факту. Ну, клево. То есть ты не часто проводишь такие встречи, да? Не, я все только собираюсь. Но из интернета плохо вылезаю. А ты не успел еще посмотреть, получается, выставку, да? Совсем не успел? Не, я вот только-только примчал. Вот. Но атмосферка-то все равно здесь класс. Бегают, а узнают? Люди. Узнаю, к тебе подходят? Много народу? Ну, здесь, конечно, узнают. Здесь же много таких. Вот. Ну, узнают, хорошо, классно. Скажи, пожалуйста, какие у тебя вообще в будущем творческие планы? Вот буквально недавно, я знаю, у тебя закончился конкурс на авторов. У тебя был текст, ты предложил авторам сочинить музыку на текст. Будут ли еще какие-нибудь такие конкурсы, планы? Я никогда ничего не планирую, и все время что-то происходит, поэтому что-то точно будет, а что это будет, я не знаю, посмотрим. Ну, как бы, чем канал больше, тем больше, конечно, интересных предложений поступает. Вот. Так что я надеюсь, что на базе этого всего будет еще что-то и клевое, и полезное там для кого-то. Очень. А знакомых музыкантов тоже, может быть, авторов других YouTube-каналов встречал здесь? Ну вот тут Миша Ряженко пробегал, да. Да, вот. То есть, ну, здесь, я сколько помню, в этом году блогеров достаточно много. Угу. Вот сейчас пойду попробую найти кого-нибудь. А на прошлых выставках ты был? Я был 2 года назад, выступал, но тогда мне не было никакой аудитории. Но было тоже прикольно. Вот до этого я, конечно, ходил как глазетель, как частное лицо. Здорово. Все, спасибо большое вам за интервью.